Hey, yo, здравствуйте, с вами Максимазы, и сегодня у нас новая игрушка «Как достать сосед». Напоминаю вам о том, что на моем канале идет конкурс, в который любой зритель может принять участие. Для этого просто досмотрите это видео до конца и ответьте в комментариях на вопрос, который будет задан в конце видео. Ответ на вопрос вы будете знать, если внимательно будете смотреть это видео. 31 декабря будут итоги конкурса, победители выиграют 500 рублей. Ну что ж, а мы начинаем, точнее продолжаем. Сегодня у нас второй сезон. Короче говоря, давайте прочитаем описание по старой доброй традиции. Искусство требует жертв. 8 марта наш сынуля решил сделать маменьке незабываемый подарок. Может подарить ей фотопортрет ее драгоценного мальчика, или картину, или высечь старую маменьки в полный рост, статую маменьки, точнее, в полный рост, или выстрелить вазочку для нее. Размышляя не о соседа, сопровождаются страшным грохотом, придется Удин внести свою лепту. И подсказка, если подкрасться, то можно подстроить пакости прямо под носом у животных. Да, теперь нам придется красться. Открывается во втором сезоне у нас две комнаты. Это балкон и спальня. Сделаем потише громкость немного, а то что-то громко было сильно в прошлый раз. Ай! Он сюда идет! Беги, 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 быстрее беги! Короче. Да хорош, статуя готова давно уже, мне кажется. Правда, слишком большое туловище. Спальня, честно говоря, темная, правда. В консольной версии стены стали светлее. Там они были розовенькие, они такие вот бордовые. Так, давайте на стул кнопки канцелярские положим. И ускорим мотор этот дизельный. И вот это моя любимая пакость, кстати, причем. Вот давайте посмотрим. Прикольно она ее по морде бьет. Растворительный портрет. И... вот и все, статуи конец пришел. Как тебе не стыдно сосед голубя держать? Вот так вот, блин. А? Осторожно, смотри под ноги. Нет, куда улетел голубь? Что за хрень? Что это за хрень?
я ж такого голубя нарисовал. Ну что это за жизнь такая? Абстрактная картина. Во, ну уже какие-то горы тут нормальные. Вот так вот, нечего задницей трясти. Наверное, целых 5 недель лепил статую. Здорово, сосед, как дела? 100%? Круто. Солнечное утро. Ласковое солнышко так и манит искупаться в его лучах. Едва почистив зубы, сосед устраивается на шезлонге в лоджии. На балконе, на самом деле. Фиалка Сьюзи вот-вот засохнет от жары, а значит, у Вуди есть чудесная возможность подпортить соседушке кровь. И подсказка. Крем для загара нужен только на ярком солнышке. Это мы запомним. Как достать соседа? Ой, вниз спускается. Зубы чистить. Чисти, чисти давай. О, вон как, блин, нужно чистить. Вот быстро, прям вот так вот. Зубы. Так, тумбочку. Так, давайте закроем зонтик, чтобы ему потребовался крем от загара. Фух. Сколько тут времени? 19:42. Там поле чудес по телевизору идет. На первом канале. Ладно. Не буду смотреть уже. В записи посмотрю. Да, мне нравятся телеигры. Там поле чудес, сто к одному. Своя игра. Люблю смотреть такие вещи, особенно столько одному. А программе «Поле чудес» в следующем году уже 30 лет будет. Только вдумайтесь в этот возраст. В этот час. Стой, тихо. Давайте-ка отвлечем его. Так, я тут сорняков сюда. Сюда мед, чтобы приманить пчел вот здесь. И канцелярские кнопки еще. Как бы сделать, чтобы пчелы напали на соседа? А мы уже сделали как? Приманить их медом и все. Так, эта дверь ведет в кабинет, но она заперта. В третьем сезоне только откроется. И подвал только в третьем сезоне откроется. И как они заходили быстро, а? О, представляю себе, как он зубы почистит. Скорее наоборот, загрязнит. Моя фиалка!
такая красивая, так долго росла у меня. Блин. Переводи на руку. Так, вот теперь иди зубы чисти от земли. Чисти, чисти давай. Вот как, блин, нужно чистить. Вот, да. Что-то ты не той щеткой чистишь. Вот так вот. 100%. А вот как следующий уровень пройти на 100%, я уже не помню. Маленькая хрюшка. Сосед обзавелся новым питомцем, очаровательной хрюшкой, которую надо как следует откормить. Свинка сидит в клетке посреди коридора. Попугайчик Чили тоже проголодался и требует чипсов. После стольких забот сосед решает прикурнуть. Скукота, но Вуди решает внести живую нотку. И подсказка. Чтобы не разбудить спящего соседа, ходите вокруг него на цыпочках. Ну, это, по-моему, догадаться несложно. Тут всегда одно и то же время суток. Не то, что в конце универсии. Тут... Так себе посмотрим на ночи. В консольной версии бывает ночь или яркое солнышко. Яркий солнечный день, а там пасмурная погода. Так, тут пусто. В комоде тоже пусто. Пока попугай уснёт. В третьем сезоне собака появится. Блин, я думал, это торт, а это коробка с чипсами, оказывается. Я сначала думал, когда это что, торт. Стакан для вставной челюсти. Осторожнее, сосед прыгает на кровать. На стакане со вставной челюстью. В каком-то переводе, по-моему, от Русабитс, дэм. Там был перевод в штакане, в штабной челюсти. Сосед чуть не стал драконом. Нитро грицарей, всем паниковать. Не встряхивайся. Нету, ну и пофиг. Ой, фу, обосралась.
Свинка обосралась, зараза, бля. Ой, говно. Так. Коробка с сверченными чипсами. Это попробовал бы я бы эти чипсы. Вкусные ли они? Видимо, острые чипсы, чили. Такие есть. Я попробовал Лейс. Стронг с острым чили. Мне не понравилось. Во-первых, жжет. Во-вторых... Во-первых, жжет. Что-то не очень. Оно не по-детски подгорело аж. Ну и последняя серия второго сезона «Пикничок на балконе». Как здорово, толстяк убрил наверх, оставив полный холодильник еды. Угли шипят, сосед поглощает один сочный кусок мяса за другим. Запивая стаканчиком винца. Вот это пир. Правда, он совсем забыл про Вуди, а у того уже пара горячих пакостей готовит. Иногда стоит отвлечь соседа одной пакостью, чтобы успеть сыграть другую за его спиной. Очень полезный, мать его, совет. Так, поросенок исчез. Боже мой, он убил бедную свинюшку. Тоже стряслось с бедной маленькой крюшкой, а ты не догадываешься? У нас сосед-то живодер оказался. Я, кстати, до этого реально не знал, что случилось с хрюшкой до тех пор, пока Википедию не прочитал про эту игру. Там было написано, что он убил свинюшку и разрезал ее на мясо. Вот бывшая свинюшка тут. Живодер сосед. За это вообще-то... Это вообще-то уголовная статья, сосед, ты не в курсе? Хотя, чё, сосед, он... Убил свинью и... Мясо сейчас сожрёт и... Никаких следов не останется. Хотя, вообще-то, так, в принципе, делают, но... Если домашнего питомца вот так вот заводить... то это уже жестоко. Даже кровь, по-моему, свиньи. Так, в консольной версии этот уровень был, и там надо было тапок старый соседский подложить в мясо. И свернуть... вот этот шланг огнетушителей надо было отсюда достать защелочку специальную железную и связать ей с помощью нее уже Короче говоря, сейчас он уйдет, и мы банановую кожуру положим. Ой-ой-ой-ой, пожар, 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 скорее огнетушитель. Ай, блин. Вот это да, вот это огонечек был. Красивый. Ой,
А, под ноги сосед надо следить. И мы сейчас на 100% пройдем этот уровень. Весь второй сезон на конце. Кнопка у нас. И на банановой кожуре. Не очень хорошо, что тут повторяются пакости. В консольной версии такого почти что не было. Ну да, два раза повторяются пакости. Ну, такие как... удар током в подвале два раза было. 100%. Гениально, бешеный успех не покидал вас весь сезон, вы стали суперзвездой года и завоевали статуэтку золотого соседа. Еще одну. Круто. Если один уровень будет успешно пройден, ну, без вот этого круга, то будет уже серебряная статуэтка. Если будет два, просто галочка без круга, то бронзовая. Если больше, то просто галочка без круга, то без приза будет. Ладно, на этом мы, пожалуй, пока закончим свой летсплей. Подписываемся на мой канал, ставьте лайки, не настаиваю, подписывайтесь на мою официальную группу ВКонтакте и подписывайтесь на запасной канал. Ну а перед этим я, конечно же, задаю свой опрос. Совсем забыл про это. Вопрос такой: в каком из этих эпизодов я упомянул про передачу «Поле чудес» и варианты ответа? «Искусство требует жертв», «Солнечное утро» или «Маленькая хрюшка»? Пишите в комментариях, мы ваши комментарии проверим. Ну и все, всем пока, с вами был Максим Мазы.